Всем привет! Итак, в ближайший понедельник, то есть с 13 февраля у нас стартует третий этап тренинга по защите Немцовича. Это система с ходом F3, так же как в системе Земиша белые хотят захватить центр, но не тратят время на ход А3. Из сильных шахматистов в употреблении этой системы за белых замечены в первую очередь, конечно, Шахрияр Мамедьяров, Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Хикару Накамура, Аниш Гири. То есть из таких высокорейтинговых шахматистов. Ну, Василий Иванчук, Ферруджа, молодые индусы, в частности, много партий Эригаиси сыграл. Максим Матлаков, Шентланд, ну и множество других сильных шахматистов. У черных в ответ огромное количество продолжений. D5, C5, рокировка, конь C6, конь H5, B6 и так далее. То есть схема очень разнообразная, очень интересная. За белых, в первую очередь, конечно, следует отметить, на мой взгляд, вклад в теорию Сергея Волкова, саранского гроссмейстера, и Артема Тимофеева. Расписание тренингов у нас будет стандартное. В воскресенье, 12 февраля, предтренинговый блиц-турнир, чтобы каждый желающий попробовал, а стоит ли ему. Ну и потом... С 13 февраля я начинаю высылать ролики и материалы, теоретические материалы в формате ПЖН. До 16 февраля участники тренингов их изучают. Ответы на вопросы, начиная с 17 февраля. Ну и если кто-то заинтересовался, пишите в личку. Расписание турниров смотрите в описании. Расписание этого тренинга и последующих. То есть, если будет желание принять участие в других этапах тренинга, тоже смотрите, там в описании все есть. Все, спасибо за внимание. Присоединяйтесь к тренингу по системе с ходом F3.